Всем привет! С вами я, Адмиралка 11. И Сираторич. И сегодня у нас будет первая серия выживания в Майнкрафт Хардкоре. И это наша первая серия. Да. И мы добываем дерево. Вы немного где увидите, кто вначале рубит березу, чтобы добыть дерево. Не хватает топовой музычки от Дрима. Да, я сейчас 100 дней выживания под 10 секунд этого сделаю. Резкий. Легенда. Ой. Знали бы, сколько мы только подготавливались к этому ролику. Вы бы ужаснулись. Пишите в комментариях, что нам можно, ну, сделать там, заснять. Ну вообще все пишите. Все, что вам в голову взбредит. Мы не обидимся. Вот мы сами по себе чуть-чуть дегенераты. Ну, бывает. Ну, типа. Ну, я уже добываю дерево. Ой, камень. Давай я тебе сделаю каменные инструменты. А зачем мы два верстака? Я не знаю. Хорош. Давай я тебе поднимаюсь. Сейчас я скрафчу нам. Подожди, некрасиво выглядит. И что? А, да-да-да, кстати. Легенда. Ну, по кирочке, да? Ну, давай, кстати, да, добудь дерево чуть-чуть. Также мы на 10 минутах записи вздыхаем от мысли. А такое может быть. Ну, а вы посмотрите лютую нарезочку, как мы с Димой сейчас добудем весь лес. Хватит? Много. Погнали дальше. У меня 10 есть. Погнали. Погнали это, знаешь, что сделаем? Ладно, погнали. Чё есть интересного в этом мире? Ну, я не вставлял фрагменты, когда мы просто бежали, потому что мы искали еду и искали шахту. Далеко только. Не убегай. Да, понимаю. Кстати, это вообще хорошо. Подождите, я сейчас чуть-чуть громкость подумаю. Ой, у меня 3 этих осталось. 3? Да. Ну, у меня разве что 5,5 хп. А, хорош. Ну, так вроде норм. Такое ощущение, как-то гамма, вроде бы ее нету. Но это не точно. Я зато железо уже добыл. Молодец. Спасибо, не надо аплодисмент. Я уже 8 железа добыл. 9. 10. 11. 12. Медь. Я вот-вот от... Вторая медь. Третья медь. Четвертая медь. Пятая медь. А, нет, у меня 14 меди. Все, я вылажу. Ты там, короче, не на 1000 километров убежал? Я на поляне. Сейчас к тебе... Нет. О, свиньи! А где? Я это... Около шахты. Хоп, давайте. Хоп, не, я сейчас добуду их. И к тебе. О, еще один свинь. А, это ты. А. Ты что? А ты что, меня увидел? Я тебя вообще. Ну сейчас, будь там, я вроде бы твой. Этот твой. Ну, кстати, неплохо хавчика. Я бы, кстати, тебе предложил, может, деревню найдем. Можно будет в ней даже поселиться. Можно, кстати. Кстати, уже солнце. Солнце уже заходит? А, да. А ты видел тыквы на поляне? Да. Вот я около... А, вот ты. Вот. Давай и пережарим хавчик. А, у тебя даже есть. Хоп. У меня есть. Надо еще булыжник. Вон, есть. О, я себе скрафчу. Ой. Я скрафчу.
А я не декрафтер какой-то. Перед сном надо похавать. А, да, забыл. Конечно, не как спи. Я мог это сделать? Подожди. Спи, спи. Сейчас монстры закусают. Ничего, я это... Спать. Ну, я это уже понял. Сзади крипер подходит. Дай бессмертный. И я сразу вспомнил вот эту песенку. Знаешь, там, где крипер такой... Бум-бум-бум. А, да-да-да. А вот смотри, что у меня есть. А у тебя нет. А нафига они вообще? Да я типа... не знаю. Не, вообще, вот громоотвод я знаю. Так, не, я правда на 1.20 вообще ни разу не выживал, можно сказать. Может, что-то новое придумаем. Как это использовать. Мало ли. Да. Мы просто бегали и добывали ресурсы, но вдруг мы нашли деревню, где мы в будущем и поселимся. Тоже чё, проблема что ли? Вот именно, чё мы... Не хватает на... Подожди, мне показалось? О, деревня! Мы одновременно так сказали. Вообще не одновременно. Выживание удалось. Ну, конечно. Ну да. Для меня ноль. Фига большое. Оно... Офигеть, оно еще так красиво загенерировалось. Смотри, там какая-то гора какая-то прикольная. Это я вижу. Ну, оно прям гигант. Еще гора. Так я и говорю. О, кузница. Подожди, только без меня. Я как обычно. Ну я, короче, чекну кузницу, я скажу, что там. Ага. Не, кстати, прикольно, она прям сгенерирована. Железная броня. Так вообще им погибается. Я бы так бы сказал. Не хочу именно бомбить эту деревню, там какие-то... Чем? Чё? Зачем? Не, я говорю, не хочу бомбить. Я вот разве что сильно табуду. А ты видел кое-что недалеко от этой деревни? Можешь ко мне подбежать-то где? Ну, подойди к кузнице. Ну вот, я около кузницы. Вон, назад посмотри. Сюда беги. Ты только не говори, то новый биом. Нет, ты вон то видишь? О! И смотри, какой тут водопадик тоже прикольный, вот такие фигурки. О! А ну, подожди. Офигеть! Он какого размера? Еще там кто-то уже. Так ты увидел что-то, да? Где? Спавни. Где? Вот, в горе, ты что, не увидел? Чего? Я думал, ты на спавне хотел показать. Не, я внимания не обратил. Так не, дядя, чё тут селимся? А чё за спавнер? Надеюсь, каких-то скелетов? Подожди, я сейчас посмотрю. Так, такая ещё гора эстетичная. Это зомби. Нормас. Посвети. Подожди, без меня не путай. Подожди. Ну, да, ну золотая. Ну я думаю, это, можно карты не записывать, вроде бы и так заметное место. Да тем более мы где-то. Сотри! Стой, иди сюда. Сотри, там дыра какая. Чего? Да не, правда, прикольная генерация. Мы весь этот все выживание будем говорить про генерацию. Заходим. Ну что? Сносим вот это. Это? Да. Это как декор пусть стоит. Давай поставим вот так, да? Потом, подожди, вот так. Раз, два, три.
Ну чекай, все, имба. Выживание удалось. Удалось. Ну да. Плохо. Ой, сейчас спать надо. Максам, ну смотри, имба. Не, это не здесь, это не здесь. Ну, это ладно. Для учеников. Так, все, давай поспим. Моя вот тут правая будет. Я чё говорю? По приколу меня хочешь ударить, ударяешь, а у меня оказывается было это 3 сердечка. Мощно. Кстати, я вспомнил, что мы точно не поставили. Не, так странновато. Не, кстати, можно, знаешь как? Поставь ступень. Не, не скинь не, ступеньку, скинь. Да не, нормально её, подожди. А, так отсюда даже незаметно. Да, блин. Да, ну можно, смотри, как. Цветочек. И смотри, хоп. Нормально, да? Прям прикольно. О, еще и так. Я пойду добуду чуть-чуть дерева. Прям капельку. Ты скажу? Сейчас кто-то скажет, мы можем убить голема, чтобы это сделать себе железо. А я скажу то, что мы так не будем делать. Блин, какое-то место странное ты выбрал. Чё? Место странноватое, как будто бы. Место странное? Это идеальное место, Кирилл. Сейчас я всю фантазию включу. Раз, два, три. Раз, два. Не, ну, я уже как понял, с фантазией не все очень. Ну, если так посмотреть, что я тут строю. А что ты строишь? Красивую шахту. Большой! Аплодисменты. Блин, килька. Пипец, я только на 51 высоте. Кирилл, может, поможешь? Подожди. Ну, чекни, как по мне, не так плохо. Ну, потом можно еще украсть. Ну, потом, ну, так для начала, чтобы, знаешь, ну, уже не такой плохой вид был. Ну, смотри, короче, я сейчас посмотреть нормально даже. Ну, допустим, бери... каменную кирку делай, идем помогать. Зачем? Может, я лучше домик построю? Это как-то странно, то, что мы будем шахту сейчас вдвоем копать. Сейчас я выложу лес, который мне не нужен. О, точно. Откуда? Сейчас я тебе железную скрафчу, не убегай. Зачем ты мне будешь отброски? Ой, нам по топору как раз таки. Кирилл, тебя еще не спутило? А что именно?
Да, я это заметил. Идем. Смотри, чекай, не такая плохая идейка. Просто мне не очень нравится, как это изначально выглядит. Ну. А это. Ну, сойдет. Давай, идем. Подожди. Помогу, будешь. Так не, давай я домик построю. Да, ну. Где построим? Где построим домик? Домик. Вот так. Такого? Вот либо вот там. Зачем либо... там? Такого блин. Тут все построим, нормально будет. Ну, либо да, можно. Ну, блин. Твоя подальше от деревни. А зачем подальше? Ну, давай, стой. Ну, вообще, шахта должна быть. А, ну, в принципе, если вот так смотреть. Да, идеально. Стой. Либо подожди, сейчас еще одно местечко увидел. Если а у нас сколько железа? Железа 0. Я нам инструменты скрафтил. А, ну тогда я буду их пока не ломать. Не, ну, типа, ну, все так плохо. А у тебя есть щупы? Где шахты? А какой мне дом строить, я вот думаю? Ну, не маленький. Не. Давай. Сделать тут такую вот фигульку, типа. Хоп, там. Вот так вот, понял? Ну, можно немного. Много говоришь? Сейчас ты поднимаешься, тут весь пол из эндезита. Сильно. Что если вот это еще добавить? Кстати, они плохо выглядят. Только так немножко добавлю. Сейчас у меня есть идейка еще. Чуть-чуть переплавить камень, ну, камень сделать. Кстати, мне пока что нравится, как домик получается. Есть представления некоторые, как я его могу сделать. Я подумал, а какую крышу делать? А, хотя есть идейка, я сделаю крышу, как настоящий майнкрафтер. Думаю, все оценят. Блин, мне дерево надо еще. А кто там пишет? Где? В Дискорде. Мне нет. А? Мне вроде нет. Мне пишет. Дима, может поднимешься чисто пол заценить? Ща, я не могу. Ладно, посмотришь, я пойду бревен добуду. Ну, короче, всем пока-пока. И вот на этом моменте у нас заканчивается первая серия. Да, мы прожили 4 дня. Всем пока-пока. Все, я пошел дальше.